вес взят. Просьба спортсменам не забывать заявлять веса на вторую попытку. Вес взят. Березовский Виталий, вес на штанге 45 килограммов. Приготовиться к Турсунову Максуту. Попытка не засчитана. Вес взят. Вес взят. Вес взят. Приготовиться Ибрагимову Исмаилу. На попытка не засчитана. На помост приглашается Гончаренко Андрей, вес на штанге 50 килограммов. Приготовиться к Куликову Евгению. Вес взят. Вес взят. Вес взят. Старт! Опусти!
Вес.
Попытка не засчитана. На помощь приглашается. Вес на штанге 62,5 килограмма. Приготовиться Семенову Николаю. Вес взят 65 килограммов. Приготовиться Нурман Абубакиру. Приготовиться Чернышову Максиму. Приготовиться к Сереге Максиму. Это давай! Давай, Деня! Жопу! Давай! Взят. И выполнение. Федор. На помощь приглашается Серега Максим. Весовой. Вес на штанге 62,5 килограмма. Приготовиться к Беляеву Михаилу. Попытка не засчитана, итог результат. Просьба Ареста Владислава и ответного Святослава заказать вес для третьей попытки. И Нурман Абубакиру. Так, зрители, будьте активнее, поддерживайте спортсмена. На помощь приглашается. Итог результат. Андрей приготовится Жаксибаеву Ерлану. Приготовится мужчина весовой категории до 100 килограмм и свыше.
друзья. Попытка не засчитана. На помощь. На помост приглашается Казин. Как поддержим спортсмена, вес на штанге 85 килограммов. Итоговый результат 67,5 килограмм. Юдикович Максим, займите свой вес на третью попытку. Давай пожестче. Результат спортсмена 75 килограммов. Итоговый результат 72,5 килограмма. Попытка не засчитана. Так поддерживает спортсмена вес на штанге 85 килограмм. Попытка засчитана, и это норматив мастера спорта международного класса. Я занимаю первое место, Машенко Анна, результат 25 килограмм. За второе место награждается Аухатин Нуржан, его результат 45 килограмм. Аухатин Нуржан, его результат 45 килограмм. И первое место Ибрагимов Исмаил, 45 килограмм. За второе место награждается... И за первое место награждается Бакугали Ельдос. Его результат 57,5 килограмма. И за первое место награждается Величко Илья. Его результат 67,5 килограмма. Пирматов Руслан, мастер спорта Республики Казахстан в этой весовой категории.
За второе место награждается Дорохов Анатолий с результатом 62,5 килограмма. Наработник мастера спорта Республики Казахстан. А за первое место награждается Шишканов Хусейн. Его результат 65 килограммов. И Хусейн представляет спортивный клуб стрит-воркаута. За второе место награждается Нугман Абубакир. Его результат 65 килограммов. Владислав и Абубакир выполнили норматив мастера спорта Республики Казахстан. Весовой категории до 90 килограммов. И за первое место награждается Ахметов Святослав с результатом 70 килограммов. За второе место награждается Талатбеков Балат. Его результат 65 килограммов. И за первое место награждается Бордюков Евгений. Его результат 72,5 килограмма. И норматив выше мастера спорта Республики Казахстан в этой, весовой категории. А просьба всех победителей и призеров не расходиться и остаться для общего фото. За второе место награждается килограмм и выполнение мастера спорта Республики Казахстан. Давай, представитель федерации. Ты куртку, так пойдет.